аппарат свой не показывал, блин. Да. Чего не показывает? Аппарат свой. Понял. Качество-то хорошее. Ну как обычно. Да, которая вот 140 на 400, да? Ага. Только что-то качество-то изумительное. Как только не дергать, вообще будет не это, неотличимо от камеры. Вот эти повороты, они бывают дерганы. Вот когда на светофоре можно, в принципе, функцию паузы делать, да все там. Игорь, потом кому ты пленку хочешь продать? Себе, никому я продавать не собираюсь. Бундесверу. Ну, опасности, блин, автолюбителя в большом городе. Футболе, да? Ну, по билетам по всем. Он придумал, вчера выступал по билетам. А, ты видел, да? Ну, что на это. На матче, короче, с лидерами там цена будет дороже, а например, с аутсайдерами там наоборот ниже. Ну, умный он, типа. Хитрый. Понятно. Все равно спрос. Ну и на Красноярске будет больше, чем, блин, на какой-то Читу, блин. Пьяная уже на новом рынке. Какая женщина, блин. Включишь, он 10 минут работает непрерывно, потом раз отказывается, ну тут зависает. И получается весь монтаж на смарт. Ну, поехали. Выкинул, как поврежденный пар. Вот 2-3 дроби. 100% пар. Да все, по-моему. М1 большой. Да, в принципе, с этого, ну, места, вот, с Октябрьской, самое интересное. Так, вот. Я 2 года, но, в принципе, по красноармейскому можно было бы. Новое что-то у меня, новое вело, не знаю. Ну, я так, хоть так делал. На футбол все пробки, не как всегда. Пиво, блин, такого как это.
а что бы я просто так сидел, понимаешь? Сегодня 35, наверное, точно. Солнце больше. Какие-то пули, мусоры.